она посвятила себя будущим поколениям. Заслуженный учитель России, почетный гражданин Люберецкого района с педагогическим стажем в 50 лет. Из них почти 30 лет директор школы. Нина Мочалова. Она ушла из жизни более года назад. Памяти Нины Кирилловны в 20-й гимназии, где она проработала долгое время, открыли мемориальную доску. Таких людей не забывают. Но пусть о таких людях узнают те, кто не успел узнать. Почтить память педагога пришли ее выпускники, коллеги, друзья и глава округа Владимир Ружицкий. Поэтому я так думаю, что это большое счастье, когда по жизни встречаешь вот таких людей. Потому что они именно своими делами, поступками, порой советами, они как-то определяют и влияют на тебя, на окружение. Поэтому это счастье, что вот с нами была Нина Кирилловна. Автором бронзового барельефа выступил заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников. Саму идею установки памятной доски предложил бывший ученик Нины Мочаловой, депутат Совета депутатов округа Александр Мурашкин. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.